Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 августа. Вот вчера у меня был очередной сбор томатов. И так как я каждый индивидуально уже не успеваю вам описать, я вот теперь буду во время массовых сборов выбирать те сорта, которые я не успела на улице вам рассказать о них. Потому что я посчитала, у меня около 200 сортов. Даже если я по 3 сорта в день буду описывать, я все равно не успею. Лето закончится, а они переспевают. И вот у нас пока теплая погода, вот началось, ну, как, относительно теплая, еще пока они в открытом грунте, я вот стараюсь их собирать, быстро-быстро они спеют. И сейчас я буду рассказывать о тех сортах, которые я еще не коснулась ни на улице, нигде в описаниях, о ранних, о морозостойких, о холодоустойчивых, вот о этих. Я говорила много, ну, многим людям нужны не только для открытого грунта, но и для теплицы. Я сейчас расскажу несколько сортов, опишу для теплицы. Вот самый такой яркий представитель, традиционный сорт абаканский розовый. Вот у меня написано абаканский розовый. Их можно по форме перепутать с другими. Видите, они сердцевидные, почти все одинаковые. Но я, какие вот у меня идут на семена, вот это все у меня лежит на семена, я их все подписываю, вот это точно абаканский розовый, он сердцевидный. Это среднепоздний крупноплодный сорт, поэтому у них только-только начинают спеть в открытом грунте. Он хотя для теплиц, но в открытом грунте его тоже можно выращивать. Я его высаживаю и там, и там. В открытом грунте у них тоже вот эти вот большие плоды хорошо вызревают, даже у нас в сибирском регионе. Но вообще я этот сорт рекомендую тем, кто спрашивает, вот какие лучшие сорта для теплиц. Вот абаканский розовый, так же как розовое сердце, вот они сердцевидные, с крупными плодами, это одни из лучших представителей для теплиц. Почему? Потому что они индетерминантные. Это растение индетерминантное, с продолжительным периодом плодоношения, идеально подходит для выращивания в теплицах, потому что оно будет у вас допоздна. Вот этот вот в открытом грунте у меня уже скоро, наверное, замерзнет, зачахнет, а который в теплице, тот еще будет плодоносить. Растение очень высокое, в теплице более 2 метров вырастает, но в открытом грунте, вот оно у меня 1,5 метра, требует и посынкования, и подвязки. Ясно, что вот эти вот висят плоды, они висят кистями вот такие, они очень тяжелые. Весь спектр ухода ему нужен. Сорт относится к салатному. Конечно, он мясистый, он сахаристый. Я потом могу специально вам разломить вот эту вот помидорку, чтобы провести дегустацию. Но его и так видно. Все знают, что сердцевидные вот такие крупноплодные сорта, они очень хорошие на вкус. Плод 500 грамм, средний вес. Есть крупнее, есть мельче. Это зависит и от погоды, и от условий выращивания. Даже 800 грамм люди получают. Цвет плодов розовый и форма вот такая сердцевидная, она напоминает бычье сердце, и все сердцевидные томаты, они все одинаковой формы, их можно перепутать, но так как у меня подписан, вот это точно абаканский розовый. Они никогда, как вам объяснить-то, вот они иногда могут быть плоско-округлой формы, но если вы хотите брать на семена, то не берите, нужно именно сердцевидный. Никогда в описаниях вы не увидите, что не написано, что плод плоско-округлый. Именно сортовая характеристика – это вот такой сердцевидный плод. И вот для продолжения рода я всегда выбираю на семена именно сердцевидные плоды. Но может быть и плоский с тупым кончиком, но на семена лучше его не брать. Все, вот это вот сорт абаканский розовый, выращиваю его очень много лет. Он в моем каталоге есть, номер 63. Каждый год я собираю с него семена. Он повторяет, не меняется. Каждый год один и тот же вырастает сердцевидный, очень хороший. Замена бычьему сердцу. Но не замена, а как похожий сорт. Если вы, например, взяли один из сортов, или абаканский, или бычье сердце, или розовое сердце, то другой сорт такой же можно не брать. Ну, в смысле, чтобы у вас все были разные, чтобы не были одинаковые сорта. Вот похожие на этот сорт, это розовое сердце и бычье сердце. Все они сердцевидные, все они розовые окраски, все они сладкие и вкусные, и они немного повторяют друг друга. Все, до свидания.